13-й час Sakura Wars 2. Подготовка к принятию отряда цветов завершена. Отряд цветов без роботов всего лишь группа девушек. Можно убить всех сразу одним ударом. Что ты сказала? Императорский боевой отряд цветов прибыл. Невозможно. Откуда роботы? Не стоит думать, что вы сможете убить нас, черные демоны. Как и следовало ожидать, императорский боевой отряд цветов. Хвалю. Мое имя Суйко, водяная лисица. Я одна из пяти стихий сообщества черных демонов. Несмотря на роботов-призраков, вы все равно умрете здесь. Ведь вы уже как мыши в мышеловке. После того, как вы пришли сюда, вы оказались в ловушке. Хорошо смеется тот, кто смеется последним. Все вперед! Йокай! Так точно! Похоже, что нам удалось охладить пыл противника. Однако подкрепление противника, направленное по ложному пути, уже в 300 метрах. Позволить им так просто объединиться было бы не в нашу пользу. Давайте-ка расстроим вражеские планы и заставим их запаниковать. Разрушим место высадки на берег со стороны моря. Если удастся преградить ту узкую дорогу в горах, времени нет. Держись, Агами. Настал решающий момент, младший лейтенант. У этой очень дальнобойная атака. Ей близко подходить, в принципе, смысла нет. Так, стоп, тут она не доходит. Так, если вот так вот, тут вот так вот, тут вот так вот. Ну-ка. Все-таки я не пойму, почему она не может оттуда попасть. А, вот теперь может. Одним выстрелом. Причем без суперудара. Так, я думаю вообще, что нужно тактику. А, ну это когда Агами. Нужно тактику на оборонительную поменять все-таки. Потому что ну, я уже не первый раз играю. Тут валят довольно-таки... Бой из 3 раундов будет состоять, и он довольно-таки такой сложноватый. Черт, через гору-то она стрелять не сможет. Так, ну, значит, на защиту. Ха!
Не хватило замочить его, силёнок. Ну, а Тайрис вообще толку мало в этой миссии. Пока пускай просто где-нибудь выжидает. Удачно отработала. Умница. Так, этот не дотягивается. Синенькие они вообще никакой угрозы не представляют для нас практически. Выглядит вроде страшно. Урон мизерный. Зелененьких в первую очередь надо мочить. Они легко убиваются, но больно стреляют. Все ногами почему-то. Агами, вражеское подкрепление уже на расстоянии 200 метров. Весьма опасная ситуация, береги себя, пожалуйста. Уже 200 метров? Если не поспешить...
Так. Надо зеленых в первую очередь атаковать. Ага, немножко перешли. Давайте вот сюда, наверное. Нет, 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 это неправильно. Давайте вот сюда. Да, Сакуру имеет смысл применять все-таки, когда в ряд противники стоят, потому что она кроет сразу всех. Давайте вот этого замочим. Может Айрис этого коричневого добить, нет? Thank you.
Черт подери. Агами, противник на расстоянии 100 метров. Это очень опасно. Ну-ка, времени больше нет. Так, нужно Сакуру, я думаю, защищать. Давайте поставим прикрытие Сакуре. Так, и давайте... И давайте сменим тактику на оборонительную. Тактику на оборонительную, да. Горы. Блин, слушайте, не, давайте пока что все-таки обычную тактику оставим. Потому что я тогда не добираюсь до зеленого. Йокай! Не понимаю я, как куда надо подойти, чтобы дотянуться. Мне все равно мимо куда-то уходит. Может, сюда? Ага. Так, у этих защита, по-моему, довольно неплохая, да? Защита 8. С одного удара точно не завалю я их. Ну как, Сакура, удалось понежиться в горячем источнике? Там были только смешанные ванны, так что пока я принимала ванну, все время беспокоилась, не войдет ли кто. Что? Раз такое дело, я непременно должен был пойти. Что это вы такое говорите? Противник уже рядом, пошли. Так, сейчас вот оттуда придет подкрепление, друзья. Поэтому можно сразу, в принципе, уже выдвигаться. Сторону. А тайну бандана. Так, Айрис сейчас нужно кому-нибудь подлечить, кто в этом больше всего нуждается. Например, Орихиме. Черт, тут еще и синий робот, я про него и забыл. Надо его валить.
Ну а это уже не дотянется, я так понимаю. Дотянется. Отлично, враг стерт с лица земли. А вот и подкрепление. Черт, они раскусили мою хитрость, проклятие. Раз так, я своими руками разорву отряд цветов в клочья. Так, сейчас второй раунд будет. Хотя, подождите-ка, у нас все отлично. Мы уничтожили врагов до того, как пришло подкрепление. Суйко, твое войско полностью разбито. Тебе конец. Ты не сможешь нас победить. Как насчет этого? Масоки Хэй Хогё. Мальчуган, я поиграю с тобой. Ну, за дело. Всем быть начеку. Так точно. Сейчас придет ее друган и будет ее охранять. То есть ее не уничтожишь, пока уничтожишь ее другана. Вот, поэтому нам нужно сейчас будет... Один раз нанесем удар ей, после этого нужно будет переключаться на ее дружбана. Она русская, напомню. Так, ну, Сакура туда не доберется, поэтому ее сразу выдвигаем в ту сторону. Ставим на защиту, на оборону. Так, это тоже не доберется до нее. Поэтому ее тоже тупо на защиту ставим. Кстати, кому-нибудь ремонт нужен вообще? Нет, у нас все здоровы, да, все полностью здоровы. Это не достанет, конечно. Да, она не достанет, поэтому ей тоже на защиту. И этот не достанет, ему тоже на защиту. Сделаю одолжение.
Вот зараза, здоровье как ноги сняла. Этот голос. Императорский отряд цветов. Как раз сегодня все закончится. Матасетана, Сейко. Ты заставила нас ждать, Суйко. Конго, я мада сижу дасте и най вайо. Конго, я еще не давала никаких указаний. Нандат? О чем это ты? Разве же не ты недавно передала мне указания по связи? Цуши? По связи? Нарихото. Сасуга ва тэйкоку кагекидан да ва. Нисе но цушин о хашин шита но не. В самом деле, молодцы, императорский боевой отряд цветов. Передали ложные сообщения. Нанда я, Суйко? Тут то и куда? В чем дело, Суйко? О чем это ты? Конго. О май ва нисе но цушин де ко мусме тачи ни одора сарета но йо. Конго, да ведь девчонки обвели тебя вокруг пальца. Какой же ты дурак. Что? Черт, меня одурачили. Что за грязная игра, боевой отряд цветов? Омачи, Конго! Подожди, Конго. Давай сразимся, боевой отряд цветов. Я сейчас же всех вас прикончу. Так, все надо кидаться на этого чертового чувака, потому что он будет защищать эту бабу, и бабе мы на урон не нанесем, пока не прикончим его. Командир, все надежды на долгожданные выходные лопнули. Эх, тогда в следующем году. Да блять, я хочу отдыхать и наслаждаться досугом. В следующий раз хочу немного отдохнуть. Да, ради этого. Нельзя расслабляться до тех пор, пока в столице не наступит мир. Однако, раз мы существуем, это возможно. Да, давайте приложим для этого все силы, командир. Так, супер удар пускай наносит. Наре,
Кайри сейчас, я не знаю, надо как-то либо вылечить кого-то, либо что. Да, в принципе, все у нас пока что здоровы. Ну, Мари разве что в так себе форме находится. Давайте ее подлатаем. Тьфу ты, блин. Ремонт-то. Ремонт-то на одну клетку только. Ремонт на одну клетку. Значит, сюда. Марию подлечили. Он сейчас еще подлечится. Зараза такой. Я покажу тебе, как я сражаюсь. Сразу двоих бьет, видите? Эй, та женщина, ты, давай-ка помаши своим мечом. В этот раз я возьмусь за дело всерьез. Я зарублю тебя вместе с твоим мечом. Попробуй, если сможешь. Хороший ответ, я сделаю это без малейшего колебания. Что-то различится. Ну, у них по одному лечению на обоих. Так, во-первых, нам сейчас нужно перейти в режим обороны. Гора. Так, режим горы. Мы станем менее подвижными, зато более защищенными. Потому что иначе Йонай! Можно помереть. Зей! Добраться.
кого подлатать? В принципе, все вроде в нормальном состоянии. Да, у всех все нормально. Тогда просто в защиту пускай. Хотя нет, давайте поближе подойдем. Чуток. Интересно. Ё-моё, ну стоит начать играть. Сейчас, друзья, секунду. Так, все, я здесь. Так, атака. Может быть, даже суперудар. Угу. Отлично, завалили мы его. Черт побери. Черт побери, черт побери. Я ни за что вам этого не прощу. Ты тоже хорош, недооценил их силы. Это послужило тебе хорошим уроком? Проклятье. Ну уж в следующий раз. В следующий раз я поставлю точку. Вы меня еще попомните, отряд цветов. Сасунава кагеки да. Демо, аташи ва Конго-но йони раку ни ва таосенай ва йо. Великолепный боевой отряд цветов. Но я вам не Конго, вы не сможете так легко меня одолеть. Таппури то азиавасете агеру ва. Я дам вам почувствовать на своей шкуре, как страшна настоящая Суйко. Что-то не больно-то она и страшна. Без проблем справимся, я думаю. Хорошо, как и следовало ждать, отряд цветов.
うるさい。Даже Айрис может, я думаю, помочь. Свою лепту небольшую внести. Деванне! Я и предположить не могла. Чё ж вы все так своих соперников-то недооцениваете? Она подлаталась, но все, больше зато не подлатается. Невозможно. Чтобы я проиграла этим ничтожным людишкам. Наверное, если взять силу каждого из нас в отдельности, получится что-то незначительное. Но мы команда. Если мы будем действовать сплоченно, то ни один противник нас не победит. Хватит баловаться, мальчуган. Команда вовсе не значит, что все доверяют друг другу. Это значит, что все используют друг друга. Что ты имеешь в виду? Доверие и привязанность — это ложь и обман. Скоро ты это поймешь. Кстати, вот это, мне кажется, сейчас была подсказка. Он говорит, доверие и привязанность — это ложь и обман. То есть она как бы намекает, что среди нас есть предатель. Но вот та женщина в черном, наверное, красивенькая девушка, которая пристает к Агами, наверное, она и есть все-таки. Она и украла этот кинематрон. Хотелось бы мне увидеть твое лицо в этот момент. Итак, давай-ка встретимся еще разок. Она, кстати, даже похожа на нее внешне, на... Как ее, на... как я забыл, как ее зовут. Может, это ее дочка? Может, она дочку свою подослала? Потому что они похожи. Робот противника отступает. Командир, пустимся в погоню? Нет, в этот раз все произошло неожиданно. Не стоит безрассудно кидаться в погоню.
それにしても国旗会がこんなところにまで現れるとは思いませんでしたわ。Я не думала, что сообщество черных демонов появится здесь. 定撃に残ってるユネダのおじちゃんたち、大丈夫かな？ Дядюшка Юнеда и другие оставшиеся в театре, как там, в порядке? まあ、うちらも明日には定撃に帰るんやし、心配ないやろ。Ну, завтра и мы вернемся в театр, так что не о чем волноваться. それにしても、国旗会もバカンスの時くらいはお休みしてほしいです。Однако мне хочется, чтобы и сообщество черных демонов на время наших каникул взяло передышку. そうですね。夏休みくらいゆっくりと休みたいですよね。Верно. Ну уж в летние-то каникулы я хочу хорошенько отдохнуть. Минна, 休みが終わったら気持ちをちゃんと切り替えないとダメよ。Ну уж если и после отдыха ваше настроение не изменится. Хей-хей, вакатте масте. Соль юри, Мария. Эй-эй, нам это понятно. Между прочим, Мария, прошу, давай сделаем то, что и всегда. Соне. Соле джа ик ва ё. Хорошо. Сено! Ну, вперед, начнем. Шоури но позу! Киме! Поза победителя. Хоть вчера нам пришлось нелегко, но это были радостные каникулы. Ма, таманива, конна шоминтекина нацясуми мо, варуку ва най десу ва не. Ну, время от времени даже обычные каникулы совсем неплохо. Соре ни шта мо, Огами-хан, минна де уми ни иттеру айда, нани штотта? И все же, Огами, что вы делали, когда все мы были на море? Да, Айрис ведь так хотела поиграть с братиком. Ха, простите, простите, были кое-какие дела. Кстати сказать, и вас, Мария, тоже не было. Верно, Мария, а куда ты, собственно говоря, ходила? У меня тоже были кое-какие дела, я не могла пойти развлекаться, простите. Как странно, что хотя вы, Мария, наконец-то приехали на море, но так и не плавали. А что это вы так внезапно расхохотались? Это невежливо. Простите, пустяки. Ну что, господа, давайте возвращаться в театр. Итак, берем курс на театр. スケートの羽のようなだけど僕は次回桜大戦2演技を銃を取れ大将桜にロマンの嵐僕は何のために так, давайте посмотрим боевой дух бойцов. Посмотрим, какую нам оценку дали за результатом боя. Так, состояние бойцов. Прилив энергии у Марии, у остальных обычные. Так, результаты боя. Оценка отличная. Всем спасибо, увидимся в следующем часе.